Добрый день, друзья, гости, подписчики моего канала. На ваш обзор сегодня будет вынесен овощерезка, которую мы сделали механической. Приделали вот такой вот со стиральной машинки мотор. Посмотрите, как это все делается. Ремень, шкив компрессора взяла. Стиральная машинка, мотор. Напрессовали он здесь ни на шпонке, ничего, он просто так туго туда плотно мы проточили его. Стоит масленочка, нету ни подшипника, ничего, на втулочке все мажется. Это наша овощерезка, скажем так. Сейчас мы продемонстрируем, как она работает. Запускается она очень легко. Вот так вот. Раз. И все. После этого мы вот забрасываем. И поехали. Таким макаром мы делаем салатик нашим коровкам, хрюшкам, уткам. Все. Салатик готов. Попутно мы экструдируем нашим китайцам. Делаем два в одном. Экструдер у нас в действии. Пишите комментарии, лайки, дизлайки. Рады всему. На этом, друзья, заканчиваем свой обзор.